Приветствую всех зрителей телеканала Fashion TV. Вы смотрите программу «Светская жизнь» с Еленой Гичун. Этим вечером пятизвездочный отель «Ритц-Карлтон» Москва открывает свои двери новогоднему празднику, который устраивает телеканал Fashion TV Russia. Кому и за какие достижения достанутся хрустальные статуэтки, вы сможете увидеть прямо сейчас. А пока давайте узнаем, кто в фаворитах у наших гостей. Ждете от сегодняшнего мероприятия? Мы хотим хорошо провести время, вкусно покушать. Насладиться атмосферой. Да. Позитивно каких-то эмоций, моментов встречи с людьми, которых я давно не видел. Массу удовольствия, новогоднего настроения. Ну и встретить знакомых перед Новым годом, которых я еще не успела увидеть и поздравить. Что нужно внести в индустрию моды такого, чтобы взять премию в этом году Fashion New Year Award 2016? Но, безусловно, это должно быть что-то такое, понимаете, изюминка. Неважно, какого ты поколения, какого ты времени, главное всегда быть в тренде, как говорится. По моему мнению, в индустрию моды нужно внести естественность, гармоничность и позитивность, более свободный стиль. Что-то необычное, потому что получается очень много дизайна, очень похоже на другие. Надо что-то необычное, которое никто не делает раньше. Побольше свободы хочется, потому что я, в общем-то, не любитель строгих нарядов каких-то, но всегда нравится, когда есть какой-то фьюжн. Никогда не выйдет из моды естественность. Даже если это вечерний наряд, ты должен в нем чувствовать себя комфортно, уютно и гармонично. Наверное, сделать что-то очень креативное. На сегодняшний день в мир моды нужно внести больше стиля. Появилось очень много очень модных людей, которые похожи друг на друга. А мне, например, это не нравится. Очень важно найти какой-то свой собственный неповторимый стиль, свой штрих, по которому из коллекции в коллекцию, из сезона в сезон, которая должна, естественно, меняться, все равно можно будет понять, взглянув только на формы, на пропорции. А, это вот вещь того дизайнера. Расскажите ваши впечатления, ваши эмоции о сегодняшнем вечере. Переполнены. Я настолько получила огромное удовольствие. Вечер потрясающий, и мне приятно было сегодня получить премию «Прорыв года». Хотели пожелать номинантам сегодняшней премии? Ну, естественно, победы и массу позитивных впечатлений от вечера. Ну, мы всем желаем хорошего настроения, желаем, чтобы не только до Нового года, но и после Нового года, после небольшого перерыва, чтобы весь год сопровождали такие красивые люди, так много внимания и радостные эмоции. Как вам сегодняшняя обстановка, атмосфера? Вам нравится? Ну, конечно, как всегда, прекрасное настроение. Всегда самые стильные люди, всегда самые модные, стильные, гламурные люди на Fashion TV.
Fashion UE Awards 2016 распределила премии в 30 номинациях. Эвелина Хромченко, Александр Арутюнов, Сергей Зверев. И это лишь небольшой список лауреатов премии Fashion UE Awards 2016. Если я вас заинтриговала, тогда включайте канал Fashion TV, и тогда все тайное станет явным. А с вами была Елена Гичун. Огромное спасибо салону красоты Глен за мой образ. I love Fashion TV. We love Fashion TV. I 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 love you, Fashion TV.